Ничего, радуйтесь, что папка репнулась. Я ему его телескоп. Вся галерея забита такими же фотками разных девчонок. Иди в комнату отдохни. Я в этом доме больше не останусь. Выбирай, кто тебе важней, сын или Эд? Я пил со своей... Твоя мама сначала тоже так говорила. Отпусти меня, или я сейчас тебя... Ну, то ты что? Вот минус на минус дает плюс, это бежит плюс. И сейчас я буду... Пока. Давай. Не плачь. Сзади со мной. Мам. Мама. Что, мам? Зачем ты его разбила? Было пять тысяч рублей. Я уже представил, как схожу в Макдоналдс. Чего ты? То есть, вопросная точка. Куплю себе новую игру на PlayStation. Новую игру на компьютер. И немного задачу Brawl Stars, конечно же. Но когда я хотел поднять 5000 рублей, они начали отлетать в сторону. Будто кто-то дергает их за веревочку. Ведь ветра не было от слова совсем. Я попытался поймать купюру, но она снова скользнула от меня. Я шел за ней минуту. Две минуты. Спустя 10 минут она привела меня в гаражи. Но я наконец-то поймал ее. Вот только есть одно но. Она оказалась фальшивой! О, попался, лох! Гони мобилку! Что? Что-что? Тебе что, уж прочистить? Нет, я все понял. Вам старый кнопочный телефон или новенький айфон? Слышь, ты что тупой? Ладно, держите айфон. Я что, на нефора жидкого похож? За бугорный мобилой пользоваться, гони булыжник! Гопник забрал телефон и отправился во свояси. Вот, конченый, выбрал старый кнопочный телефон вместо айфона. Что ты сказал? Ничего. Я вчера у местного колдуна отжал способность мысли читать. Пам! Что? Гопник ткнул меня старым кнопочным телефоном и убежал. Пам! Что? Гопник ткнул меня старым кнопочным телефоном и убежал. Я кое-как поднялся и докарабкался домой. Ведь мой китайский айфон не держал и 5 минут заряда. Поэтому я вызвал скорую из домофона, а затем отключился. Проснулся. Черт, какое сегодня число? Судя по тому, как росли волосы на ногах, прошел уже месяц, а рана до сих пор не зажила. Я побежал в больницу. По пути отправил письма всем родственникам и попрощался. И заглянул на Summerfest в мегу теплый стан. Это шоу с различными активностями, которые проходят каждые выходные. Например, на этих это было скейт-шоу. А что? Я хочу, чтобы твое лето прошло просто опупенно, поэтому будем... Скажи, что мне делать? Я все... Как весело скоротать время без приставки. А еще ноги затекли. Быстрее убрать. Постирала и погладила. Ого! Да нет же, в смысле получать бабки. Деньги. Не все так просто. Но если ты хочешь, можем устроить себе небольшую проверку. Нет уж, спасибо. Мне в школе проверок хватает. Ты не понял, мы устроим проверку дегустатора. Я подготовлю тебе еду, ты будешь брать ее и говорить здорово. Ты прикалываешься? Только слепой не сможет ответить. Мой брат точно интеллектуальный самозванец. А сейчас твои глаза будут завязаны. Ну, раз так, я согласен. Пока брат на кухне готовил для меня испытание, я пытался вспомнить те вкусы и запахи, которые есть на этом свете. Теперь Андрей вернулся за мной. Я завязал глаза и испугался темноты. Вот и настал тот момент, Коляныч, когда ты можешь доказать, что не просто так жрешь целыми днями. Пошли, братанчик, это слишком легкое испытание для меня. Здорово, тогда можно начинать. Только для начала поменяю все местами. Поменяешь местами? Ага. Все, теперь приступай. Нащупал, понюхал, попробовал. Видимо, огурец. Calling you.
Oh, bitch, bitch! My crosshairs. Lord, save me, Lord! You picked the wrong old timer, boy! What you ain't doing? I got your back! Look like he's been rode hard. We're coming right up! You think you bought me? Way your big city ways now, boy. I ain't scared. On a misdemeanor, boy. I'll find you, fool. It's over now. Cut, asshole! One wrong move, you little... Oh, you are under arrest. Fuck you!